Тверскую область в ночь на 5 мая накрыл снегопад. В регион на смену аномальному апрельскому теплу пришли заморозки и осадки. Похолодание принесла арктическая воздушная масса. Местами столбики термометров опускались до минус 5 градусов. Напомню, что синоптики предупреждали жителей Верхневолжья об ухудшении погоды в первую декаду мая. Тем не менее, это стало неприятным сюрпризом для тверичан утром в пятницу. Осадки в виде снега наблюдали в ряде районов области. Так, настоящий снегопад накрыл Бежецкий район. Снег хлопьями ложился на молодую, недавно распустившуюся листву. Были осадки и в областном центре, правда, менее интенсивные. Однако в ближайшие дни, в том числе и на майские праздники, такого аномального явления не ожидается, хотя все равно будет холодно. Небольшого потепления стоит ожидать не раньше 10 числа. Поэтому дачникам синоптики советуют отложить садово-огородные работы как минимум до следующих выходных.